Всех приветствую! Сегодня я расскажу, как использовать одну из самых полезных органических подкормок для комнатных цветов и растений. Данная подкормка содержит комплекс важных питательных элементов для растений. Она содержит азот, фосфор, калий, железо, кремний, магний, цинк и многие другие, а также витамины и гуминовые вещества, которые являются проводниками, способствующими лучшему усвоению корнями растений всех элементов, которые находятся в почве. Такое удобрение улучшит плодородность почвы, поспособствует здоровому росту корней, листвы, побегов и пышному цветению. Удобрение называется сапропель. Сапропель – это донное отложение озер, которое формируется долгие годы из отходов жизнедеятельности разных организмов. Иными словами, это своего рода ил. Сапропель можно найти в порошкообразном виде или в виде вот таких вот гранул. Данные гранулы можно измельчить и добавлять в почву при пересадке цветов. Соотношение 1 часть сапропеля к 4 частям земли. А можно давать в виде жидкой подкормки. Для этого сначала делается концентрат. Берем 1 часть сапропеля и заливаем 5 частями воды. Сами гранулы можно измельчить, чтобы они быстрее растворились в воде. После того, как все гранулы полностью растворятся, концентрат готов. Его можно хранить в таком виде долгое время. Когда нужно подкормить цветы, данный концентрат разводим так. Отливаем 50 мл концентрата. На 50 мл концентрата добавляем 1 литр воды. Удобрение готово. Теперь поливаем им цветы под корень. Такую подкормку можно давать 1-2 раза в месяц. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене. Ссылку вы найдете на канал в конце этого видео.